Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть «Растения против зомби 2». Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, и сегодня, ребята, просто это будет жесть! Я вам серьезно говорю, ребят, вы готовы? Да блин, да по названию вы уже поняли. Сегодня будет уровень на 200... 200 волн. 200! Никита Волков, спасибо тебе огромное, братиш, серьезно, что бы я без тебя делал? Мы, конечно же, другие уровни... Я извиняюсь, ребята, то, что именно вот опять второй раз подряд братишка у нас участвует, но просто такой уровень я не мог, ну, пропустить 200 волн. Я не знаю, правда это неправда, вот, как это вообще будет, загрузится ли он вообще... Давай проверять. Итак, переходим. Если он загрузится, братиш, поставь лайк. Я помню, как 10 волн от Германа загружалось где-то секунд 30. Сколько же здесь будет грузиться? Или как-то это все так зависит? В общем, 16 уровень. Черепок мне, конечно, уже не нравится. И смотрим, как же здесь будет. Итак... Счастливый Хэллоуин! Так, он очень быстро как-то подзагрузился прям. Я, конечно, не разбираюсь вот в этом мапмейкинге, почему так долго там было, а здесь настолько быстро, это пипец. Ладно, самое, конечно, хорошее, я думаю, мы с тобой сейчас много тактик всяких протестируем. Мяту, если что, возьмем, вдруг такое будет 200 волн. Серьезно? Нет, это реально будет серьезно или нет? Мне... Тут прям гложет этот вопрос. Вдруг нет. Так, давай, берем вот этот подсолнух. Что нам еще нужно для этого? Надо, чтобы вот, боулинговые луковицы. Плюс мы первых вот так вот как-то братишек будем останавливать. А, что же бы еще такое? Лава гуава обязательно нам потребуется. Ну, как-то так вот срок. И давай смотреть. Готовы? Так, пока не появилась эта шкала, где волны нарисованы. Но сейчас, если что, мы узнаем, ребята. Как ты видишь, у нас ночь. А, кстати, погоди, у нас же... Она нафиг сломана! Она нафиг сломана, пацан! Так, мне уже помогают... Стоп, мне помогают, пацаны! Немножечко помощи, так сказать, не помешает. Так. Ну ладно, ладно. Пусть так пока будет. Хоть я на самом деле даже... Ох, пацаны, я пока не готов! Нет, там птица Додо летит уже. А, нет, все, она на нашей стороне. Не, реально 200 волн будет. Просто тут как бы, как будто одна. Видишь, один флажочек. Подарочек, ля. Так, окей. Все, солнышки, в принципе, нормально. Нормально все с ними. Так, мы, конечно же, вот так вот применяем. Ребятки, сюда ставим. Опа. Я думаю, еще нужно. Обязательно. Тут уже идет. Так, его надо заморозить, пацаны, по любасу. Ну, конечно же, мы замораживаем совершенно другого. Так, я солнышки не могу подбирать. Тихо, мне это не нравится. Так, вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще у нас нету... А, вот, первая волна типа пройдена. Как это все устроено, конечно. Эти солнца нельзя подбирать. Что за... Блин. Так, давай, отлично, Гаргантюа на нашей стороне. Окей. Так, еще ставим. Блин, ну тут... Пипец полный. Так. Песенка когда-то была какая-то такая, не знаю, старая-престарая. Лучше мой подарочек. Это я или ты? Блин, какая песня, я уже забыл, блин. Так, так вот делаем. Окей, прям дофигища, смотри, сколько нам дают. Окей, это хорошо, ребята, устанавливаем больше нам надо.
Так, ребята, подсчет вообще какой-то ведется у нас или нет? Да что-то нифига не ведется, как бы. Так, ладненько. Они идут, 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 идут. Окей. Мы можем с тобой вот так вот так же применять, кстати. Стоп! Слушай, это идея. А что, если мы этот уровень будем, знаешь, как проходить? С помощью капусты. А? Не, ну тут как-то вроде более стабильно. Тут вроде как бы стабильно. Прикинь, реально пройти этот уровень. Слушай, а давай мы сейчас включим X2. Мы включаем X2, пацаны. Пипец, тут столько гаргантюа, что это мама не горюй. Ладно, я думаю, реально на X2 начинать проходить. Так, все. Хорошо. Воу. Раз, два, три. Угу, отлично, отлично. Страдают наши растения. Да даже с такой скоростью это капец как долго. Как ускорить? Блин, можно ускорить, пожалуйста? Какая там волна по счету? Так, вот большая волна зомби. Вот, они, видишь, они появляются потихоньку, помаленьку. Нет, я, конечно, попробую выжить сегодня, прям действительно столько волн, но... Так, стоп. Стоп, пацаны, надо побыстрее. Ай, подсолнух, я зачем-то там поставил. Так, мы его с тобой убираем. Сюда устанавливаем. Так, отлично. Все, он уже ударил. Ну, стабильненько, стабильненько проходим, все отлично, все замечательно. Всего уже 8 минут прошло. Так, кстати, а записывается нормально? Я только сейчас вдруг этим вопрос... Да, все нормально вроде. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, а то сейчас умрем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мамочка! Хот-доги летят, это пипец. Я не знаю, можно, кстати, 3 сделать. Точно, пацаны, а чё я? Чё мне мешает 3 сделать? Так вот, вот так вот. Так вроде намного лучше будет. Так, хорошо. Какая сейчас волна? Какой год сейчас? Когда ты потерялся уже в счете. Да я, если честно, после второй волны уже потерялся в счете. Какая волна? Какой год сейчас? Ой, ничего не помню. Но мы с тобой там что-то прилично вроде прошли, посмотри. Посмотри, действительно, на флажки вот в начале. Вроде мы с тобой нормально проходим. Так. Так, хорошо. Хорошо. Ребята.
О, это жесть. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, этот ряд у нас страдает, ребята. Пострадал. Слушай, нам не соврал Никита, это прям... Это капец. Ну это чисто до бесконечности. Хоть бы он сделал 50 волн, понимаешь? 50. Но 200 — это жесть. Ну смотри, ну мы в принципе держимся. Еще как, но это... Ну их становится, кстати, больше, действительно. Ой, мама! Я не знаю, надо, знаешь, нам, наверное, все-таки... Так, что нам делать? Давай, наверное, вот этот рядочек... вот так вот делаем. Ой, пацаны, пацаны, они проходят, ёкарный бабай. Слушай, что-то они прям вообще реально проходят. Так, попробуем, знаешь, у нас, в принципе, сейчас солнышками. Ну, норм все. Почти. Ну, попробуем вот так вот, ребята. Так, так. Один подсолнух, последний подсолнух, ребят. Вот как-то так. Вдруг так нам легче будет. Не, нам все равно... Если честно, нам все равно надо где-то... Блин. Где-то получать солнышки. Правда. О-о-о-о, я уже офигеваю, когда это закончится. Ну слушай, мы там нормально прошли, я вижу. Да, вот, в принципе, я понял. Мы с тобой вот так вот можем делать. Так вот, вот так вот, так вот. Да, и так потихонечку, в принципе, помаленечку играть.
Гаргантюа там мочуть. Ладно, друзья, давайте пока прервемся. Фух, я просто уже не могу. Давай попробуем сейчас сейф и выход. Так, а погоди, мы, блин, сохранились. Что если мы... Блин, надо было рестарт нажать. Попробуем теперь просто с капустой. Вдруг так лучше будет. Мы их будем сразу зомбировать, они будут друг друга атаковать очень быстро. Давай рестартнем. Да, ну потеряли, ничего страшного. Чего страшного, ребята? Ну просто 200 волн, это я не знаю, когда мы это пройдем. Это прям действительно очень-очень много. Итак, сейчас мы с тобой как сделаем? Возьмем, значит, цветную капусту. Вот она, 5 уровня у нас, нормально, хорошая такая. Имитатора тоже возьмем. Так, сейчас я подумаю, ну... Я думаю, все равно надо взять обязательно. Так, попробуем с мятой как-то это все совместить, чтобы быстрее это было. Угу. Так. Может, действительно как-то так и надо? Давай подумаем, как лучше делать. Не, нам нужно, знаешь, все-таки еще... Так, нам нужен подсолнух первое. Разрастись-то нам нужно. И вот как бы вот эту штучку. Давай так попробуем. Ну, была не была. Так. Вот так делаем. Пока ждем, пока не применяем. Ребята, нам нужно время. Действительно, нам нужно время, чтобы мы хотя бы там поставили, блин. Вот. Так, три хватит, я думаю. Так, вот. Нам кто-то помогает там. Это прикольно. Так. Вот уже три есть. Хорошо. Ой, проблема в том, что... Ну, сейчас мы, конечно, тут... Ой-ой-ой-ой-ой! Ай-яй-яй-яй-яй! Блин, идет! Вот такой подарочек, блин! Ну, давайте, пацаны, нам помогайте, помогайте. Так, окей. Окей, они нормально расчищают пока что. Действительно, хорошо работает. Ой-ой-ой, близко слишком. Давай гипнотизируй там. Куда ты, Гаргантюа? Они слишком близко, порталы открываются. Ну, ёшкин ты кот. Мне не хватает солнышек. Так, X2, друзья. Ой-ой-ой-ой.
Ой-ой, жрёт! Так, у нас три ряда капусты, это капец. Если бы не эти порталы, мне кажется, мы вообще быстро бы все это проходили. Давай еще попробуем там. Смотри, они не успевают уже Гаргантюа замахнуться даже. Это прям большой плюс. Так. Так. Ну вот как-то так, пацаны. Ну и вот, и в принципе, смотри, мы вот так постоянно сейчас... Точно, мы вот так вот постоянно будем делать. И все. Точно! Ой! Да блин, ты чё мою капусту-то, блин, засранец, фигачишь? Так, пока она действует, мы с тобой. Смотри, волна очень быстро наступает, прям действительно. Ну, слушай, ну это пипец, ладно. Ребят, короче, давайте, ребята, попробуем пройти в следующий раз. Я, понятное дело, что это буду вырезать. Просто я сейчас понимаю, что мы точно не... Ну, как бы пройдем, но это столько времени уйдет. Ребят, 1500 лайков, и мы с тобой проходим этот уровень. Попробуем, попробуем, ребят. Это действительно вот прям, знаешь, это прям челлендж такой, мега-челлендж. Ну что же, на этом все. Спасибо вам за просмотр. Никите тоже огромное спасибо за этот уровень. Правда, вот такой просто капец. Долгий. На этом все. Бай-бай, дорогие братишки.